Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, и мы продолжаем исследовать, изучать игру Bind Despair. Все никак не могу пройти первое, или не первое, наверное, а второе сюжетное задание. Найти еду, воду, собрать органические ткани, воспользоваться пневмопочтой. Ну ничего, я думаю, постараемся и сделаем его. Что же появилось нового в этой игре за последнее время? Вот, появился крафт. Мы что-то научились делать. Это самодельный бинт, самодельная мазь, самокрутка. Трава нам нужна, да? Ничего себе, где же ее взять? Жареное мясо. Нужно сырое мясо. Грузовик. Кровопускатель. А это что такое? Сталь, гвозди. Ну ладно, посмотрим. Ой, аномалия. Прошу прощения, забыл. Пирс Малина, да? А сейчас бы нам как-нибудь согреться, да найти бы какую-нибудь палочку. Чтобы с ее помощью можно было защититься от всяких упырей. Тревожная музычка. Так. И фонарик. Фонарик нам сделали чуть-чуть помощнее. Теперь подальше видно. И подальше и пошире, можно так сказать даже. Больше обзор стал. Что тут? Неужели ничего полезного нет? Обернись. Не пугай меня. Или это была подсказка? Или это работало радио? В общем, не знаю. Пусто. А здесь сталь и химикат. Кто-то играется со мной. Что здесь? Еще какой-то хлам. Они нам лгали. Да, это везде все кому-то лгут. И здесь пусто. Как-то не очень. Не очень мы удачливы. Шкала стресса заметно начала расти. Там стало страшно. Вот этих жутких звуков. Мертвые тела. Карта нашего острова. В глубине, где-то очень глубоко, наверное, да? Ну, нам нужно сначала убежать, потому что защищаться пока нечем. Поэтому занимаемся бегом. Тренируем ноги. Отстань. Отстаньте. Так, что же здесь? Печечка. Она нас-то согреет немножко. В голове отвертка. Вот садисты. Да что же ты не даешь спокойно поискать, а? Твою мать.
Ой, блин, еще один. Ну что такое? Бежим, 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 бежим. Да ну что же такое? С этой справа и слева. Все хотят меня убить. Мне уже надоело греться, бегать от вас. Так хочется посмотреть в эти мешочки, что там находится. Эти упыри мне не дают. О! О-хо-хо, конец, конец, конец. Подожди секундочку, я нашел палку. Мне нужно убежать от тебя. Здоровье, здоровье, мне начинает плохеть. И очень быстро. Только не умирай, только не умирай. Только не умирай, прошу тебя. Какого черта? Что это за... Нет. Тихо, держи нет, себя нет. В руках. Спокойно. Спокойно. Все, что было, то... До света. Как же я голоден. Месть. Все. Все, мы забрали. Теперь нужно согреться. Нужно согреться. Легче. Должно быть легче. Так, сейчас обыщем немножко. Ну, хоть теперь от голода и жажды не сдохну. Что, успокоился, дружище? Итак, мы нашли еду, мы нашли воду. Еще одну часть органической ткани. Так, а что мы будем, чем мы можем поправить свое здоровье? Печенье, еда. Кушай. Томатный сок. Пустая бутылка из-под спирта. Томатный сок. Крафт, крафт, крафт. Спирт спирт из водки, спирт из настойки. Самодельный бинт. Нужна тряпка и спирт. Спирт. А спирт... Нужна или водка, или настойка, или виски, или ром, или коньяк, или портвейн. Так, здесь мы нашли нашу палку. Гнилое яблочко. И это что? Это ничего, да? Ну что ж, продолжим наши поиски.
На острове ожидается резкое похолодание, возможно, осадки в виде снега. Метеослужба. Метеослужба, у нас стресс, нечем снять. Нужен коньячок или что-нибудь подходящее. Так, не будем шуметь. Смотрим. Яблочко. Чипсы. Пустая бутылка из-под рома. И еще одно гнилое яблоко. Вот это удача. Да? Хоть тепло. Гнилое яблоко. Нельзя разобрать компонент. Значит, его можно где-то использовать, может, для приготовления того же, не знаю, какого-нибудь венца. Ну что ж, вино же делают из гнилых яблок. Вот, наверное, оно для этого и надо. Блюда и напитки. Самокрутная. Что тут самокрутка? Так, мы продолжаем осмотр этой территории. Что-нибудь здесь еще есть? А грушевый напиток. И загуститель. Загуститель. Кто-то считал дни до чего-то. Чего-то взяли. Может, подсветим фонариком? Пустой футляр. Ну нет. Вот. Метеослужба нас не обманула. Пошел снег. И нам, наверное, станет холодно. Так. Отключи фонарь, эконом батарейки. Но нам нужно, очень нужно выполнить это задание. Просто необходимо. Еще что-то взяли. Тут мы на какой-то набрели склад, где полно всякого хлама. Так, персонаж напуган. Ну что я могу сделать? Такой вот он трусливый персонаж. Еще палку. Сколько палок много? Кукла. Еще палка. Ух ты, сколько много палок было. Так, а если мы откроем, посмотрим крафт? Грузовик. Что за грузовик? Кровопускатель. Гвозди. Кровопускатель. А сталь у нас есть. Нам нужна колючая проволока и гвозди. Нам нужно будет разобрать весь хлам, который у нас есть. У нас вот есть 121 чего-то, может, запчасти или чего-то. Крафт.
И мы можем сделать гвозди. Но еще нужна колючая проволока. Ой-ой-ой-ой-ой. Нас, по-моему, обнаружили. Дрель. Чего себе. Да хлам? Ну да. Так, дружок, а где же ты стоишь? Не здесь. Никого. А, вот он. Ты чем там занимаешься? Так, 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 так. Чем он там занимается? Я съем твои глаза. Ой, блин. Он придурок. Тихо, 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 тихо. Ну все, мы пошли в атаку. Делать было нечего, хотя здоровье мы от этого поменяли потеряли очень много. Так нельзя. И что, у него нету этой части, которая мне нужна? У нас кровотечение. И это значит, что скоро мы умрем. Морковка. Колючая проволока. Все это уже не надо. Нужны бинты. Крафт. Крафт, крафт, крафт. Кровопускатель. А нет нужных компонентов. А нам нужно вот 300 единиц. Вот этих вот шестеренок. Ну что ж, не будем унывать. Может, все-таки случится чудо. И мы что-нибудь найдем полезное. Что нам спасет жизнь. Еще один безумец. Как вас здесь много, этих безумных. Куда ты делся? Так странно. Где? И что? Где мои... Компоненты, твою мать, органические запчасти. У меня жизнь заканчивается. Еще один. Твою мать. Тихо. Мерзко. Но что поделать?
Мне сказали, я делаю. Ну, у нас есть все составляющие для этого сюжетного задания. Теперь осталось отправить это все. Отправить это все почтой на последних секундах, минутах моей жизни. Интересно, а здесь почта работает так же плохо, как в свободных поселениях? И мы получили маленькую аптечку. Ну маленькую, ну хоть аптечечку. И что? Мы ее использовали и никаких результатов? Доброволец, на связи 400-й. Постепенно я буду вводить тебя в курс дел и давать задания от конгломерата. Пока же запомни одно. Наш мир изменился. Ты, конечно, и сам это заметил, но это еще цветочки. Компания, в которой ты участвуешь, нацелена на изучение произошедшего. Новый свет заинтересован в поиске виновных, а также в восстановлении былого порядка и устройства мира. Большего рассказать я просто не могу, потому как на многие документы наложен гриф «Секретно». У меня просто нет допуска к ним. Официальная версия произошедшего — отклонение от инструкции при опасном и масштабном тестировании технологий корпорации. Здесь, в корпорации... Ты пока договоришь, у меня уже жизнь закончится. Говори быстрее. Так, сообщение от метеослужбы. Странный он этот 400-й. Очень странный. Очень странный, да. Здесь, в корпорации. Он точно из нового света? Или просто балуется с рацией и как-то меня нашел? И что же у нас за новое задание? Аномалии. Я слышал о них, кажется, что даже видел парочку. Ну что же, если куратор говорит, что мне нужно их изучить, значит так я и сделаю. Так, заходить в них опасно, буду использовать камни, любой другой мусор. Изучить любую аномалию. За это мне дадут шоколадку и водичку. А, кстати, вот 50 единиц вот этих вот умений для крафта. Записки? Записки отсутствуют. Кровотечение, конечно, никуда не исчезнет. Нам нужен бинт. Нужно получить спирт. Спирт из вина. Нету ничего, абсолютно ничего подходящего. Так, ребят, ну вот аномалия, да? Это аномалия. И что-то нужно в нее бросить. Еще раз. Изучить любую аномалию. Буду использовать камни или любой другой мусор. Угу. Хорошо. Ну вот, возьмем мы отверточку. Да? И как нам ее бросить? Куда ты покатилась? Куда ты покатилась, отверточка? Еще раз. Отверточка. Миссия выполнена, да?
Вот как, какие мы молодцы. Я тебя все добровольцем называю. Но по имени не положу тебе к старому. Прости. Как ты заметил, я и сам не называюсь. Я подумаю, как обращаться к тебе. Меня ты можешь называть Ключ. Ключ? Смысл и все такое. Ключ к будущему. Ключ к чему-то впереди. Впрочем, неважно. Немного отвлекся. Я хотел сказать тебе, что помимо обнаружения аномальных сущностей, вещами из твоего инвентаря можно пугать или отвлекать существ. Испробуй это на безумце. Будь осторожен. Если он все же заметит тебя, то отреагирует крайне агрессивно. Мне холодно. И здоровье, здоровье. Снижается здоровье очень сильно причем. Сюжетное задание «Шум. Отвлечь безумца» звучит как как стать его едой. Ну да, 400 сказал, что я должен кинуть камень или какой-нибудь предмет недалеко от него. Отвлечь безумца. Получу яблочный сок и один аспирин. Мне необходим аспирин. Наверное. И что, нужно взять какую-нибудь ненужную вещь? Надо бы убираться отсюда, пока не подхватил простуду. Вот что это? Термометр. Берем термометр. Где? Бросаем. О! Есть такое дело. Я сняла твои глаза. Мы погибли. Я погиб. Да, сюжетное задание у нас осталось тем же. Ну что ж, ребят, наверное, на этом остановимся. Спасибо, что смотрели меня. Пока-пока. До новых встреч.